Русское радио заняло первое место в рейтинге любимых радиостанций страны. Таковы результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Как известно, Русское радио является одним из сетевых партнеров нашего медиахолдинга. И тверские диджеи вносят свой вклад в этот успех. 13 февраля весь мир отметил День радио. К этой дате Всероссийский центр изучения общественного мнения приурочил опрос, чтобы выяснить предпочтения жителей страны. В результате, по данным ВЦИОМа, больше всего россиянам нравится русское радио. За него проголосовало 12,5% опрошенных, и это совсем немало. Во-первых, Российская Федерация, даже если мы возьмем Москву, это более 50 радиостанций. Да? То есть показатель в 12,5% по рейтингу Всероссийского центра изучения общественного мнения – это действительно показатель, это очень хорошие цифры. В 2020 году русское радио отметило 25-летие. С первого дня оно дарило своим слушателям самую лучшую отечественную музыку. Плейлист станции составляют только хиты, самые свежие новости из жизни звезд и зажигательные шоу с диджеями, которых любят миллионы. Более 20 лет русское радио вещает и в эфире Верхневолжья, являясь сетевым партнером медиахолдинга «Тверской проспект». Такое долгое сотрудничество было бы невозможным без профессионализма региональных сотрудников, работа которых пристально отслеживается Москвой. Если есть какие-то недочеты, естественно, они указывают нам, мы дорабатываем, но в целом самое главное то, что, как у нас принято, да, что если региональная радиостанция, то значит это немножечко не дотягивает там до Москвы. Нет, у нас все хорошо. Сегодня в нашей стране русское радио слушает более 24 миллионов человек ежемесячно. Логично предположить, что эта аудитория будет расти и дальше. Ведь люди особенно ценят, когда им предоставляют качественный контент повсюду, от Москвы до самых окраин.